Денисе, чи є у вас розуміння стосовно майбутньої цієї петиції? Я так зазначу дуже обережно, що автором є Ігор Кондратюк, шанований музичний продюсер український, який в минулому році працював на телеканалі Петра Порошенка. Чи можуть на тут вибудовувати якісь зв'язки? Вот как коллега правильно сказал, я не специалист в уголовном праве, поэтому буду говорить не о культуре, как я не специалист в украинской культуре, я буду говорить о праве. Когда я был советником председателя Конституционного суда, на рассмотрении КСУ было рассмотрение представления народных депутатов о законе о кинематографии. И что зрители должны понять, что здесь разговор не о патриотизме, здесь разговор не о культуре, здесь разговор тупо о деньгах. Есть определенный рынок. И Кондратюк просто является заинтересованным лицом не потому, что он выступал у Петра Порошенко, или потому, что там он за украинскую мову и за украинских выконавцев. Нет. Потому что этот рынок имеет определенный вес в деньгах. И с того момента, когда сюда перестали ездить и перестанут ездить другие исполнители, которые находятся под крылом у других продюсеров, этот рынок достанется ему полностью. Точно так же возмущался Зеленский на самом деле, когда Порошенко двигал вопрос, когда он выступал про сватов там и все остальное. Это объективная реальность, так было. И вот теперь мы переходим к вашему вопросу. Какое будет реакция Зеленского? Я не удивлюсь, что он поступит так, как поступил Петр Алексеевич. Он забудет все свои слова о том, что культура это для всех, мы не имеем права забирать у людей право выбора в той же культуре. И он пойдет по пути Петра Алексеевича. То есть точно так же они будут двигать закон и законом, или СНБО. Решением СНБО сейчас закон не нужен. Сейчас есть СНБО. Ни закон, ни суд уже не нужен. Примут решение о том, чтобы не пускать российских исполнителей, могут даже перечень принять в Украину.